Good morning, the city. Player one. Доброе утро, город. Денерис, красный игрок. То, что я хотела рассказать, это происшествие во фуд-группе одного нашего дружественного клуба. И это поучительная история о том, как иногда мы по совпадению каких-то данных делаем совершенно неправильные логические выводы. Значит, в этой группе получилось так, что после публикации двух картинок, в общем, достаточно среднего содержания, оттуда одновременно выходит один игрок. После этого выходит еще один игрок, и начинается массовый уход оттуда игроков. После чего, значит, руководитель этого клуба выходит из другой группы. На самом деле оказалось, что первый игрок, который покинул эту группу, покинул совершенно не из-за картинок, но другие игроки восприняли это не так. В общем, я к тому, чтобы мы на мафии не строили неправильных логических цепочек. And this your time. Player two. Не обижайтесь, пожалуйста, игрок номер один. Можно я вас оставлю за скобками? Я в курсе этой истории, и только благодаря тому, что я в курсе этой истории, это просто ощущение этой истории. Только благодаря тому, что я в курсе этой истории, это получается, что что-то понятно. Потому что для других игроков это непонятно. То же самое бывает за столом у мафии. В каком смысле? Я, кажется, что-то знаю, но я не скажу, чего я знаю, но на основе этого надо сделать выводы. Речь должна быть четкой, речь должна быть линейной. Речь должна доносить максимум информации без кривляний, без намеков. И вот идеал хорошей речи – дубовая прямота. Только благодаря этому можно объяснить свою позицию по столу, поэтому игрок номер один у меня за скобками, а я красный игрок. Спасибо, пас. And this your time. Player three. Так, ну, в общем, я выскажу свою позицию. То есть, может быть, эмоционал был хороший, первый игрок, но история мне это неизвестна. То есть, для меня эта история ни о чем. Вывод может быть применим к нашей игре. То же самое скажу игрок номер два. Вы разбирались с первым игроком, и это больше было какие-то разборки, вы оставили первого игрока за скобками. Я позволю вас обоих оставить за скобками, потому что это вы какую-то разбирали непонятную историю и разбирали, кто из вас больше прав по этой истории. Вот, выводы, мораль, ну, нормально, послушаю вашу позицию. Вот, да, понятно. То есть мораль и выводы мне понятны и как бы приемлемы для меня. Но сама речь, сами речи мне не зашли. Я красный игрок. Я играю пока с 10-м игроком, 100%. Вот. Спасибо, пас. Player 4. Доброе утро, город. Игрок номер один. Что-то, да, взялась рассказывать. Как бы мне показалось, что я знаю, про что речь. Потом мне показалось, что я не уловила ли это. Мы там с вами в одной группе. И, в общем, мне показалось, что я ничего не поняла, или не поняла, или в общем, мне самой в голове мне что-то показалось. Теперь так, игрок 2 справедливо это подметила. Игрок 2 справедливо это подметила, речь мне ваша понравилась, с вами я однозначно играю. По игроку номер 1 сказать ничего не могу. И просто оставлю ее пока. Дальше, игрок номер 2 играю. Игрок номер 3, знаете как, с вами играю, но неоднозначно. 10 seconds. То есть игрок номер 2 для меня точно пока полноценная моя команда. Ну что вы хотите, что с кем я дружишь? Я дружу с 2, но я так уже 20 раз сказала, time. Я дружу 2-2, а вы мне машете. Player 5. Мне не нравится этот въезд двойки в единицу, это не скобки, это просто въезд. Это просто въезд, это никакие тут не такие скобки. Вы смогли сказать, вы не играете с единицей. Ну, за скобки это типа непонятные скобки. Я думаю, что с двойкой я не поиграю. Я играю с единицей. Единица понравилась речь. Ну и что, что я тоже не знаю эту тему. Мне речь понравилась. Вот и все. Я не играю. По позиции я не играю ни 2, ни 3, ни 4. 3 может играть с единицей, ну.
все-таки тоже там с двойкой не так. Ну можно, нет, я... Давайте единицу, нет, с один поиграю, буду три слушать, а 2-4 не играю. Вы не оставили, вы оставили скобки, я не оставляю вас за скобку. 10 seconds. Так, мне не нравится. А с этой троицы, я думаю, тройка самая лучшая, самая красная, и буду слушать вас. Спасибо, пас. And this your time. Player 6. Доброе утро, город. Эйлер, красный игрок. Да, есть такой странный момент. Скажи так, у Эдин прям была хорошая речь. Мне она зашла, хорошая речь. Я поиграл с Эдин. Двойка, вот правда, было немножко такой агрессии к Эдин, я не совсем понял. Это же, кстати, рассказ про кто вышел. Элвис? Или кто вышел? Я так не понял причину, это тоже вижу, выходит. Ладно, слушай так. Для меня между 1 и 2 краснее явно 1. Теперь, не знал, вот 5, я хотел, у меня хотел с вами поиграть, но вы как-то так странно сказали. Вы сначала не взяли 3 в команду, а потом говорите, тройка из этой троицы самая красная. Это для меня немножко насторожило. Немножко насторожило. Нет, так вы что-то сказали, я слышал это. Хорошо, четверка из-за того, что играет с 2, я с 2 как раз не поиграл. Я поиграл 1, поиграл 3, 5. Теперь, для меня из этих троих 1 покраснее всех. Скажу так, я, конечно, должен был слушать позиции, потому что по эмоционалу я плохо играл. С двойкой понятно, не играл из-за того, что был. Это не назвал бы въездом, но какая-то такая агрессия, не знаю, необоснованная немножко. И четверка играет с двойкой, только по этой причине я еще и с четверкой не играл. Все, сам красный игрок. And this your time. Player 7. Доброе утро, город. Так, что у нас получается? У нас получается 5-1, 6. 4-2, тройка сам по себе. Правильно? Вы же не поиграли ни с кем. До их речей. До их речей вы ни с кем не поиграли. Да. Я так и понял. Понимаете, в чем дело? Мне как раз таки по эмоционалу больше зашла речь двойки. Но въезд по нулю в единицу мне тоже не нравится. Вот. Вот такая у нас бодяга. Тройка это вроде как, конечно, такой красноватый ход, да, то есть не поиграть ни с кем, кроме себя. Такое бывает по нулю. 10 seconds. Давайте я проиграю с 3 и 7. Спасибо, пас. Player 8. Доброе утро, город. Да, ужас. Трёхла, красный игрок. Мне не нравится ни единица, ни двойка, ни четверка, ни пятерка. Осторожно, поиграю с тройкой. Осторожно. Шестерка вы мне понравились. Ваша речь мне зашла. Семерка. Ну, как бы, вы больше мне, как бы, тоже в команду можно взять. Тоже осторожно. Ну, там вообще что-то творится. Я не знаю. Мне четверка вообще мне не понравилась. Не знаю, какой-то... Единица по эмоционалу замечательно. Но вот я не слышала... Я не в курсе этого рассказа, правильно подметила в этом плане двойка, что-то вообще непонятно мне. Поэтому из-за этого я не поиграю ни с ней, ни с... Вот моя команда. Шестерку точно железно беру свою команду. Осторожно, семерку. 10 seconds. Спасибо, пас. Player 9. Значит так. 1-2, поиграю. Нормально поговорили. Проговорили про свою игру. Я знаю, в курсе событий этих и прочее, но неважно. Они поговорили о чем-то своем, что им было важно. Три говорит то, что ну, не хочет брать ни один, ни два. Как бы тоже можно, но вот навтыкал двойки и говорит, почему и навтыкал двойки что именно? А чего вы поговорили только про один? А про кого еще и говорить? И просто говорить больше некому. Мне это не понравилось. Вот. Мне просто не понравилось. Это 4, нормальная речь. Что мне зашла? 4. Вот. Ну вы скажете, вы зря не сказали, что проверяется 9. Это ж привычное дело, да? Потом 5 не берет, он не берет ни двойку, ни четверку, хотя двойку и четверку я нашел красными. Поэтому для меня. Я вам скажу, как он для меня почернее. Для меня почернее 6. Почему он почернее? Он выяснял прям у каждого до него, кто что думает, кто с кем играет, он строил свою речь. А после этого он ни у кого не выяснял. Его не интересно ни 7, ни 8, ни 9. Он выяснял именно до своей речи. Player 10. Игрок номер 1 и игрок номер 2 мне не показались красными. Игрок номер 3, ну, не скажу черный, не скажу красный. Игрок номер 4, он для меня как-то черный. Игрок номер 5 красный.
Ничего, уже очень много времени. 7 красный, 8 черный. 9 красный. Спасибо, Фас. Night in the town for 10 seconds. Morning the city. First killed player number 10. Player 10, you're made to say the best suggestion. Player 10. Говори свой лучший ход. Кто считаешь тройку мафов? 4, 6, 8. Спасибо, Фас. Сейчас я помогу. Секундочку. А я разверну тебе экран. Окей. У тебя тут единственная кнопка, на которую ты нажмешь. Нажмешь на эту кнопку. Она у тебя единственная, где ошибиться не получится. После этого ты увидишь все роли. Только тихо, ты больше не говоришь. Единственное, что ты сделаешь, ты включишь музыку. Вот, вот эта кнопка, ты ее потом нажмешь. Вот это. Она единственная. Все остальные серые. Я тебе скажу, когда я сяду, тогда ты нажмешь ее. После ты этого, не говоришь, ни одного звука. После этого, да, у тебя будут вот такие кнопки синие, красные. Ты нажмешь музыку, включишь музыку и громко скажешь, просыпается Дон. Дон проснется, он тебе покажет цифру. Ты ему скажешь, головой. Это шериф или не шериф, головой. Ты ему показываешь вот так головой, типа. Да, это шериф, или нет, это не шериф. После этого проснется шериф. Так ты скажешь, просыпается шериф. Проснется шериф, он тебе покажет цифру. Быстро растут. А ты ему покажешь это. Да, мафия. Это ты увидишь, это сейчас будет написано. Ты увидишь, да, мафия, или нет, не мафия. Хорошо? Ни одного звука. Ни одного звука. Вот. Нажмешь на эту кнопку, когда я сяду. Нажимай на кнопку. Почитай. Почитай. Дайте возможность. Да, почитай, пойми, какие номера. Только читаешь про себя. Да, молча, никому не говоришь. Он по именам не знает? Там нет имен. Не-не, он... Там только номера и кто есть кто. И цифры. Ну вы что, издеваетесь уже? Не-не, только цифры. Поэтому поставьте рядом с собой цифры. Хотя неважно, он увидит там. Это главное там. Главное, что там написано. Теперь там есть вот такая треугольничек в круге. Как кнопка поищи. Внизу. Как кнопка play. Внизу музыка включается. Да. Нажми play. Заиграй. Нормально. Сейчас скажешь, просыпается Дон, покажешь ему ответ. После этого, когда Дон наденет маску, а я не знаю, когда Дон надевает маску. Дон наденет маску, говоришь, просыпается шериф. Шериф тебе открыл цифру. Да, ты показываешь. Да, ручкой показываешь. Давай. Все, давай. Все, пробуем. Давай, пробуем. После Дона просыпается шериф. Все, просыпается город. Город просыпается. Остановлюсь. Все, молодец. Все, город просыпается. Теперь у тебя наверху. А, у тебя есть кнопка Next. Для автоведущего. Нажми кнопку Next. Пожалуйста. Пошел таймер, да? Игрок номер 2. Ну что ж, даже с куклами, да, возможно, прозвучало как New Year, но речь действительно не зашла. Но это чисто за скобками, это не какой-то личный лист. Игрок номер 3 справедливо меня раскритиковал. Игрок номер 4 я могу... Я понимаю, что вы восприняли мою критику более позитивно, чем я, как бы тоже легитимно. Игрок номер 5 начал хуливарить.
опять же, что меня возвращает к некому лекции про эмоции. Игрок номер 6. Так, даже не знаю. Что-то в эмоционале мне не нравится, но это не то, чтобы можно... 10 секунд. Знаете что? Выставляю игрока номер 6. Поиграю 3, 4. Пока что 9. Остальные я буду слушать. Нажимаешь next. Можно, да? Да. Доброе утро, город. Ну, во-первых, мне очень лестно, что второй игрок увидел, о чем я на самом деле говорил. Никакого не было въезда ни в один, ни в два, а критика направлялась только на то, что как бы произошла как бы разборка между о том, кто более прав в какой-то истории, о которой большинство города не знает. Я не говорил, что этот плохо говорил или этот плохо сказал второй игрок. Не стоило разбираться, кто более прав в истории, которая нам неизвестна. Оставил их за скобками. 10 секунд. Со вторым игроком сейчас играю. Играю 5, 6 и 8. Вот. Игрока номер 9 попросил бы на проверку. Спасибо, пас. Доброе утро, город. И смотрите, ну, вас я пока пропустила. Игрок номер 2. Вас вы мне нравитесь. И ваше высказывание я поняла. И то, что вы выставили шестерку, мне тоже подходит. И шестерку на проверку давал игрок номер 9. Значит, вот так вот я пока думаю свою команду. Вы тоже, что ли? Да вы со мной не играли прямо сначала, вообще капец. Все, поссорился, больше никогда. И свои игрушки забираю. Ходи с моей песочницей. Так, игрок номер 2, игрок номер 9 для меня, игроки красные. Я сейчас пытаюсь отсеять тех, кто красный, да, и искать, ну пусть будет пятый, да, тоже красный. Шестерочка, вы для меня не красный, девятка, так вас сразу раз и открыл по этим психологическим своим меткам. Как бы, если бы он был не красный, он бы этого не выставил на стол. А так, ну. Игрок номер 3, я не понял ваши вот эти вот команды, которые вы тут строите. Я выставляю... Подождите, он не самый подозрительный тут мне игрок. У вас тут есть, у меня еще есть подозрительные игроки. Вы... Что значит почему? Почему? Потому что вы говорили, начинали говорить. Потому что я, что тройка играет с единицей, потом начали спрашивать. Вы всегда говорите после этого, с кем вы играете, какая вам разница. Вы это уже услышали, хорошо это услышали. Я это сказал. Мне шестерка не нравится. После этого восьмерка еще нормально, а тройка нет. Тройка, шестерка, между 3 и 6. 4 тоже начинает как-то оправдаться, мне это тоже не нравится. Проверит кого? 10 секунд. Семерку? Я не знаю. Семерка проиграла с тройку по на любом кругу. Я с тройкой не так уж считал, как сейчас. Я проиграю двойку, я проиграю с девяткой. Время вышло. И с единицей. Доброе утро, город. Выставляю игрока по номерам 3 на голосование. Почему? А вы не видите, что он путает позицию? Он решил поиграть с вами, со мной и с двойкой. Что вы сказали? Двойка не играет со мной, шестерка не играет со мной, пятерка не играет со мной. А вы со мной играете? Путаете позицию, путаете город. Я выставляю вас. Хорошо. Вы со мной, логично, вы со мной не играете. Я вообще не понял причину, почему меня подозревают. Из-за того, что я до этого пытался разъяснить отношения, потому что здесь был какой-то замес, кто-то непонятно, кто с кем играет. После этого замеса не было. Все сказали, ясно позиция, я нормально услышал. По этой причине я интересовался, потому что там было непонятно. Четверка не высказывала свое мнение насчет единицы, я не слышал его нормально. Поэтому я пытался спросить, играет ли с один? Она сказала, играет только с два. Поэтому я и пытался разъяснить, и у вас я пытался разъяснить. Так, чтобы построить свою речь, чтобы меня потом не запараноили. Для меня подозрительные игроки. Это три. Но с двойкой все играют. Как бы я не знаю, что это значит. Она играет против меня. Соответственно, я не могу сыграть теми, кто играет с двойкой. Это чисто так логически. По прошлому кругу еще поиграл с один. И надо будет еще послушать, с кем я играл. Но для меня вот подозрительный игрок номер три. Доброе утро, город. Я выставляю игрока номер три контрольно. Он для меня еще самый подозрительный игрок. По тому, что озвучил игрок номер шесть. Даже, предположим, 6 черный. Хорошо. Но тогда после него самый подозрительный 3. Потому что он ставит команду 2, 5, 6, когда 2 выставляет 6. 2 выставляет 6, он их рисует в одну команду. Ну как так? Так не бывает. Теперь так. Это не означает, что я прямо сейчас поиграю с шестеркой.
Эх, я сейчас играю с двойкой точно. Я играю с пятеркой точно. Девятка просил на проверку 6. И поскольку защиты 6 после выставления двойки не было, скорее 6 черный. Я не услышал защиту 6. Играю с 9. Спасибо, пас. Доброе утро, город. Я переобуваюсь. Мне на этом кругу ваша речь понравилась. Я сама играю с двойкой. Я играла на прошлом кругу шестеркой. Вы знаете, я с вами согласна. Вот как бы мне что-то... Пока, вот на прошлом кругу я с ним играла, но пока я его оставляю за скобками, я не буду с ним пока играть. Это не означает, что он черный. Ну, пока для меня вот два. Четверка, ну вот я не знаю, вы мне не нравитесь, я не знаю почему. Вот никак я не могу, я уже слушала вас внимательно. Значит, играю с пятеркой, играю с семеркой, вы знаете, играю с девяткой. Да, вот странно, да, странно играю с девяткой. Единичка, я вас считаю все-таки, скорее всего, красной. Не ваша речь. Я надеюсь на то, что на проверку бы попросила бы номер... Нет, не 9. Я бы попросила бы номер 4. Спасибо, пас. Окей, давайте так. Хорошо, я могу вас понять, вам не нравится 4, вы просите проверку 4, вполне звучит хорошо, логично, нормально. Вот, но я бы сказал, что сейчас нужно уносить 6, а проверять 3, потому что в 3 идет очень сильный замес, вот именно со стороны 6, и мы тогда можем узнать, кем он уходил, если 3 находится другого цвета. Со стороны 7 идет тоже в 3, и тоже он очень логично рассудил, и очень правильно рассудил, поэтому я с ним поиграю. Теперь. 6. Смотрите, какая ситуация. Вы у каждого выясняли, кто есть кто, для того, чтобы построить свою речь и правильно присоединиться к команде. Потом вам уже поговорили, вам не интересно все остальное. Это не потому, что здесь поговорили лучше. Здесь не поговорили лучше. На нулевом круге восьмерка поговорила хуже всех. И вы не стали выяснять у нее, с кем она все-таки играет. 10 секунд. Вот, поэтому это мне не... Поэтому сейчас контрольно выставили игрока номер 6, уходит 6, а проверяется 3. Вы же, если вы красный... И то 3 для вас точно черное. Если ты находишься чем? Я думала, он скажет минута 1. Значит так, у меня вообще путаница в голове. Да, я согласна, потому что я прослушала уже 2 круга, да, получается. Восьмерку по первому кругу мне очень не понравилась. Она спутала все позиции по столу. Поэтому сейчас речь восьмерки... логичнее. Я не очень понимаю, но пока все-таки склоняюсь к тому, что играть с девяткой. Хотя мне тоже не нравится четверка, например. Мне она очень не понравилась. Ну, хорошо, но мне она очень не понравилась по первому кругу. А по первому, по нулевому. А по нулевому мне шестерка, например, даже понравилась. Но я согласна с тем, что вот это вот выяснение, что он у всех спрашивал, это... как бы непонятно, и действительно спрашивал с этой. Поэтому я поддержу тут в этом плане девятку, но буду... Игрок номер 2. Нет. Мы переходим, говорила. Мы переходим на голосование. На голосование выставлены игроки. 6-3. Голосуем в порядке. 6-3. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 6? Аккуратнее, пожалуйста, бейте по столу. Поставьте руки, кто не проголосовал. Ваша голоса уходит игрок номер 3, игрок номер 6. Ваша крайняя. Нажми минуту. Next. Что бы такое сказать? Например, стреляется 5. Как хороший вариант. Один вы точно не шериф. 5 просил меня на проверку, соответственно, стреляйте в 5. Как вариант. Либо 5, возможно, 9. Решайте. Нет, 5 или 9. Это... Все же, я не знаю, как вы это делаете, как вы находите, просто из-за того, что, несмотря на то, что поговорим, вроде озвучил нормальную позицию, все равно... Узнавать больше ни у кого нельзя. Либо узнать у всех приходится. Уже что такое? Нереально играть с ведьмаком, когда он красный. Пас. Сядь, пожалуйста, на место ведущего и продолжай вести. Да. Янчик, спасибо. Зайка, все, спасибо. Молодец, да, отлично, молодец. Справился. Молодец. Да, давайте поаплодируем. Да. Город спит. Вот так, мать, вот так, 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 вот так,
недоброе. Это игрок по номерам 5, игрок номер 5 ваша. Ну я хотел поиграть, и там был ведущий, и там не играл. Конечно же, шестерка черная, девятка красная. Зачем шестерка так уходила? Очень по черному. Даже не очень по черному, а по черному. Я шериф? Нет. Я не шериф. Слава богу, что я не шериф, потому что... Ну, сейчас я думаю, мне сейчас четверка, тройка не нравится. Что? Что? Вы шериф? А, четверка шериф. Кто шериф? Ну, я жду вашей проверки. Я жду вашей проверки. Что? Вы сказали, четыре шериф. Что? Вообще. Так, тройка, четверка мне не нравится. И там между 8-7... Спасибо. Мы прощаемся с пятым игроком. И утро открывает игрок под номером 3. Доброе утро, город. Игрок номер 5. А ведь так хотелось с вами поиграть. Вот действительно. И я с вами играл. И по поводу игрока номер 6. Да, поиграл я с игроком номер 6. Потом, когда увидел, что позиция города, что... Он просто мне подошли его позиции, как он озвучивал. Я с ним был... С ним был согласен. Потом он стал собирать в меня голоса, вот стал меня выставлять, и пора, ну, естественно, я в него проголосовал. С пятым отстрелянным я играл, с десятым отстрелянным я тоже играл. То есть я как бы с красным городом. И просил девятого игрока на проверку. Прекрасно. Хорошо. Четвертый игрок шериф. Тут мы слышали. Четвертый красная проверка. Прекрасно. И это время. Спасибо. Игрок номер 4, ваш минута. Доброе утро, город. Четвертый напарень, четвертого игрока со всех сторон. Дайте мне сообразить. Вот смотрите, у меня по моему видению стола. Второй игрок, пока я с вами. Вы еще пока молчали. Игрок номер 6 для меня уходил по черному. Очень начал топить в игрока номер 3. Поэтому игрок номер 3 у меня тут же окрасняется. Зачем, господин ведьмак, вы бросите его проверку игрока номер 3? Как бы тут не было понятно, ведь он его прям так агрессивно топил. Здесь вы мне были очень подозрительны. Разбегаются, вы думаете, от КДК? Но у меня вообще-то еще один из черных. Это игрок номер 7. Выставляю игрока, да, действительно, выставляю игрока номер 7. Игрок номер 7 принято. 10 секунд. Смотрите, игрок номер 7. Потому что вы голосовали вместе с тем человеком, которого я считаю черным. И игроком, это время. Спасибо. Черным. Извиняюсь, тайм-аут. Я хочу, как здесь выставлять, кого, где нажимать? Тут. Роут. Угу. Окей. И уходит, кто здесь написано? Нет, уходит никто, никто не нигде. Потом ресет нажимаешь. Да. Хочешь повести? Все, нет, я ухожу. Россияне, я устал. Спасибо, я подарю всем вашему-то. Понимаете, какое дело? Для меня 6 и 3 тоже разбегаются. Вот оно все дело. Понимаете, какая штука? Вставляю игрока номер 3. 3 принято. Все еще. Понимаете? Поэтому я в него и голосовал. Я согласен с уходом 6. Ну, поэтому 6 черный, да? Я согласен. И 3 черный. Нет, для меня 3 черный. Вот да, вот так. Я здесь согласен с господином ведьмаком. Понимаете? Все, до свидания. Bye. Вот такая штука у меня получается. Давайте так. Проверим 4 красные, проверим 9 красные, да? Ну, там проверено 6 черных, понятное дело, и проверено еще кто-то из красных. И это время. Спасибо. Рокодром 8, ваш минута. Доброе утро, город. Ну, логично, потому что шестерка втапливала в тройку. Это однозначно для меня лично тройка теперь окрасняется. Хотя речь ваша была последняя просто. Я вам честно говорю. Не паранойя, но мне не понравилось вообще. Ну, если получается, что так.
Если четверка красная, снимаю шляпу. Я вас подозревала просто и на первом кругу, и на втором кругу. Мне не понравилась ваша речь. Значит, вы красный, значит, играю с вами с тройкой, играю с четверкой. Играю с девяткой. Не играю с семеркой. Контрольно выставляю игрока номер 7. 7 стоит. А единичку, двойку еще послушаю. Посмотрим. Спасибо, пас. Спасибо. Пашенька. Ну, давайте так. Я шериф, проверил 6 черное, 4 красное. Поэтому 4 красная проверка сидит. Вот, вы зря ее параноили. Это красный игрок. Вот, теперь красная, моя красная проверка говорит, что не верит в разбегание между 3 и 6. Хорошо, приемлемо. Вот, топит в семерку. Не понравилось то, что семерка вместе с шестеркой голосовали в 3. Да, это немножко странное бы разбегание было, что получается все мафы, только два мафа ставили на голосование. Вот, а сейчас получается опять два мафа ставят на голосование. Это реально немножко странно. Но пока что я поиграю со своей красной проверкой, я буду ее слушать. Потом для меня остаются пока что 1 и 2 красные, сейчас я еще раз их послушаю. Вот восьмерка играет с городом, то есть она вот дополнительно никого не выставляет. И она тоже, видимо, считает примерно так же, как и я. Поэтому для меня 4, 8, 9 это люди, которые считают так же. Я послушаю еще 1 и 2. И у вас время. Спасибо. Игрок номер 1, ваш минута. Доброе утро, город. Значит, у нас получается одна версия сейчас, да? Мне не важно, 9-4, кто там шериф, кто проверка. Значит, одна версия, больше вскрытий нет. Потому что это критический круг, потом будет уже все, поздно. 6 черных. 6 черное ушло, но все равно, как бы, 6 черное ушло по этой версии, если возникнет, а другой версии нет. Хорошо, как скажет 9 и 4, то есть говорят голосовать семерку, буду голосовать семерку. Спасибо, пас. Спасибо, я принял 2 ваши минуты. Так, в живом порядке, один говорит гораздо лучше. 4 или 9, кто-то из них красная проверка кого-то, и другой версии нет, поэтому играю с ними. Значит, и 6, вот эта вот нападка на тройку могла быть не, попыткой окраснить, но это может быть и перевернутая психология. Но поэтому, да, по мере шерифства лучше проверить троечку. Это круг игрока номер 7, который голосовал с ушедшим очень по-черному игроком. В сути, по столу больше нечего добавить. Спасибо, вас. Спасибо. Мы переходим в зал суда. На голосование выставлены игроки 7-3. Голосование проходит в порядке 7-3. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 7? 6 голосов принято. И кто за то, чтобы покинул игрок номер 3, поставьте руку. Один голос, этого недостаточно. Игрок номер 7, ваш экран. Да. Интересно получается. Очень хорошо сидит 1 и 2. Очень хорошо сидит 3, то есть получается что? Ну, допустим, мы последний черный где-то между 1 и 2, получается, по счету играем. Почему последний черный? Фол, господин Ведьмак. 6 черных, 3 для меня черный, потом и последний черный. Угу. Спасибо, пас. Спасибо, мы прощаемся с игроком, и город уходит в ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя, голова опущена, руки на плечах. Thank you.
нас недоброе для игрока под номером 4. Под номером 4 ваша крайняя. Три черный. Ну, смотрите, 6 я проверила, 6 был черным, ушел у вас один черный. Я шериф этого города. Ну ладно, не ладно. 3 черный, 6 черный. Смотрите, на мой взгляд, уходила семерка тоже по черному. Кого? Первую ночь проверила шестерку по наводке девятки. Потом вы просите проверять тройку. Но от того, что было вот такой вот разбег очень реалистичный, я его не пошла проверять, а проверила вас. Потому что вы меня вызвали подозрение. Все, ну смотрите, речи семерки у меня вызывали подозрения пару кругов. Поэтому я как бы думала, что я потом пойду проверю троечку уже, раз такое объяснение, как разбег. А потом, ну все, все, у меня, допустим, вот три, что вы хотите, еще одного черного, 6 проверенные, 7 у меня был с вопросом. И это время. Мы прощаемся с игроком. И утро открывает игрок под номером 8. Доброе утро, город. Значит, понятно, больше у нас, я так понимаю, у нас не остается выставить игрока номер 3. Я надеюсь, больше шерифов не будет. Ну, все понятно. Господин Ведьмак прикрывал четверку, это все понятно. Ну, больше... мне больше нечего сказать. Все, спасибо, пас. Спасибо, игрок под номером 9. Ваша номера. Спасибо, я надеялся, что все-таки отстрелят девятку, потому что подумают, что на самом деле я говорю, что там шериф открыл, я от себя проверку. На самом деле, да, я нас прикрывал четверку, вот по ее версии шестерка ушла, она поэтому не вскрывалась в то время. Незачем было, критики не было. Вот единственное, что я думал, что 4 проверила 7, она так уверенно топила 7, что я думал, что 7 это проверенный черный. Выставляю контроль на игрока номер 3. 3 стоит. Вот, 7 ушел неизвестным игроком, поэтому за столом может сидеть 2 мафа. Но у нас один маф точно есть, это игрок номер 3, а после этого мы посмотрим, что у нас происходит. Потому что 7 очень логично рассуждал, он правильно как бы говорил, и ему тройка не нравилась, и он ставил руку в тройку. Сэдр, пусть не со всем городом, не обязан со всем городом ставить. Поэтому 7 это не значит, что он был черным игроком. То, что 4 в него топило, я думал, что это черная проверка. Если бы я знал, что это не черная проверка, то я бы не топил семерку. Но я бы все-таки продолжал в тройку топить. Мне кажется, что 3 и 6 так разбегаются. Это было не очень удобно. Спасибо. За подмородим. Ваша минута. Контрольно выставляю игрока под номером 3. У нас 3 одна стоит. Шеревская версия. Очень жалко, что по паранойе одна проверка ушла в девятку. Я бы в этой ситуации не стала проверять. Если первая проверка была по запросу девятки, я бы уже играла. То есть это либо бан, либо пропал. То есть сейчас... Если тройка последняя, и мы не ошиблись семеркой, потому что я тоже была уверена, что 7 это игрок номер 9, вы мне показывали, что 7 это черная проверка. И как бы я так поняла. Вот, значит, уходит тройка, а тогда будем разбираться. То есть девяткой я однозначно играю, красной проверкой вообще по всем ходам. Угу. Вот, а что будет дальше? Надеюсь, что тройка все-таки последняя. Спасибо, пас. Спасибо. Игрок номер 2, ваша минута. Ну и выставление 3 меня вполне устраивает, потому что черная проверка. Единственное, что меня беспокоит, но это я как бы делюсь мнением, это то, что если игрок указал шерифу на кого-то, он оказался черным, это не делает игрока автоматически красным. Это может быть очень грамотный разбег. Поэтому было легитимно его проверить после этого. Либо проверка на красноту имеет железного партнера по игре, либо поймать сливщика, а даже в средневековье перебежчиков отстреливали. Это я к тому, что проверка Ведьмака была логичной. Ну что ж, сейчас мы заголосуем черную проверку. Черная проверка уйдет. Я не думаю, что игра продолжится после этого. Спасибо, пас. Спасибо. Игра примерно 3, ваша минута. Фух, ну, доброе утро, город. Хорошая интрига, да? Сколько мафии за столом осталось. Господин Ведьмак, то есть это вы стали предсказуемы, прикрывая шерифов. Вот, уже пора менять тактику. Это первое. Второе. Интрига, да? Седьмой игрок непроверенный ушел. И он топил в третьего игрока. Да? Выставил третьего игрока, голосовал в него.
каким ушел седьмой игрок. То есть у вас тут сколько мафий за столом осталось. И что вы будете делать? Кто-то тут сейчас питает надежды, рассказывает о том, что третий игрок уйдет, игра закончится. Ну, конечно, желаю вам удачи. У вас здесь секунду. Кто там говорил, я надеюсь, надежды в юношей питают. И это время. Спасибо. Мы переходим в зал суда. На голосование выставлен только один игрок. Игрок номер 3, ваш крайний. Так, ну, сейчас начинается самая интрига. Сейчас самая интрига начинается. Так, да? Судя по речи, последний черный. Пас. Фу-фу. Почему? Нет, сейчас начинается самая интрига, когда уходит не последний черный, вернее, черный уходит, который единогласно город решил, что он уходит, но игра еще не прекращается. И тогда вот сейчас начинается самое интересное. Все тут так хорошо сидят. Вот. Их тоже этот последний черный. Да, прямо как в детективе Агаты Кристи. Люди пропадают, непонятно кто. То седьмой, последний, черный. Вот здесь секунду. Ну, так седьмой не последний, третий тут еще сидит. И это время. Мы прощаемся с третьим игроком. В городе 4 человека. И объявляю победу. Yes!